Я что-то вижу наверху. Ого, тут как будто целый город под водой. Да, парень, забытый город. Как назывался? Я забыл. Смотри. Слушаюсь. Это еще одна карта. Здесь можно высадиться. Thank you.
Необычные врата. Кто их построил? Волшебный замок.
Да, проучи их. Yes.
Прости, не могу! Я готов! Ещё чуть-чуть!
Что это там внизу? Вижу, наверху. Можно остановиться здесь. Когда найдете точильный камень, обращайтесь с ним предельно осторожно. Это же бесценная реликвия. Синдри, ты знаком с миром? Если ты об оторванной голове, которая мне подмигивает, держи ее подальше. Это не гигиенично. Ах, как это мило. Я тоже рад тебя видеть. Урод. О, неужели ты украсил колчан моей стрелой, сплетенной из амелы? На память о добром друге. Синдри, я так тронут. Я готов. Thank you.
О, вас-то я не забыл. И вернемся к тебе. Вам поможет. Да, юноша. Счастливого пути!
Как у него рука поднялась на отца? Невероятно, правда? Ну да, мы знаем лишь одну половину истории. Но все-таки, это же отец. Да, я на тебя иногда злюсь, но ведь... Да ну. Бывает, иногда, немножечко. Но я бы не ударил тебя в спину. Да, это вряд ли. Разбойники не желали видеть гостей. И как нам войти? Надо как-то поднять ворота. Может, водяное колесо? Я так думаю. Впереди враг! Дума! Почти готов! Никогда таких не видел. Они словно вышли из царства Хель.
задатки. Когда ты злишься? Что? На меня. Когда? А, ну... Когда ты говоришь, что я чего-то не могу, а я могу. Человеку сложно признаться в том, что короче, он... я понял. Я мелкий. И где может быть этот
Ах!